Ежегодные учебные военные сборы пройдут в марте для жителей Тюменской области, пребывающих в запасе. В течение недели на базе Тюменского высшего военно-инженерного командного училища участники сборов пройдут общественно-государственную, огневую, тактическую, тактико-специальную и военно-медицинскую подготовку. После окончания сборов они возвращаются домой. На сборы в области призываются порядка 100 человек. Повестки тем, кто находится в запасе, направляют через работодателя или вручают лично. Напоминаем, что время проведения сборов военный комиссариат компенсирует работодателю среднюю заработную плату сотрудника. А гражданину выплачивается денежное довольствие в соответствии с воинским званием и занимаемой должностью. Женщины, в том числе и те, кто имеет воинскую учетную специальность и находится в запасе, к сборам не привлекаются.